Надели маски и пошли в банк. В Перми ограбили отделение Сбера. По предварительной информации, двое злоумышленников проникли в банк на западе города. В этот момент в отделении находились не только сотрудники, но и посетители. Один из грабителей взял на мушку людей, второй бросился к кассе и, угрожая винтовкой, забрал деньги. После этого грабители сбежали с места преступления. Пока речь идет о 200 тысячах рублей. Предположительно, именно столько денег вынесли дерзкие налетчики. Теперь грабителей разыскивает полиция.